25 тысяч жителей Швейцарии почти одновременно купили картину Пабло Пикассо. Никто из них не сможет повесить полотно у себя дома, но они полноправные владельцы. Сейчас работа «Бюст мушкетера» выставлена в галерее в Женеве, а продавцы и новые хозяева произведения рассказывают об одной из самых оригинальных сделок 21 века. Картину Пабло Пикассо швейцарский онлайн-магазин купил за 2 миллиона долларов США у владельца, который пожелал остаться неизвестным. Стоимость разделили на 40 тысяч условных частей, по 50 швейцарских франков каждая, и выставили на продажу. В течение 48 часов их выкупили 25 тысяч покупателей. Сейчас картина выставляется в Женеве с именами всех владельцев. Владельцы, конечно, быстро поняли, что из 25 тысяч или 40 тысяч покупателей кто-то один не будет владеть лотом. Идея в том, что картина – собственность общины, а уже после она сможет делиться ею с другими общинами. Мы наблюдаем здесь, по моему мнению, выражение ключевой цели искусства. Оно не принадлежит кому-то одному, оно принадлежит всем. Основатели торгового сайта, в свою очередь, признаются, таким образом решили также прорекламировать свою площадку, сделать вирусное событие. При этом преследовали еще одну цель, чтобы высокое искусство было доступно для всех. Вначале мы хотели хоть немного демократизировать мир искусства. Мы подумали, почему бы нашим пользователям не купить произведение. Потом задумали, что мы можем им предложить. И начали искать самый возможный из невозможных вариантов. Таким вариантом стало это полотно «Бюст мушкетера» авторства Пабло Пикассо. Новоиспеченные владельцы картины говорят, покупкой довольны. Как я уже сказал, много эмоций. У меня очень много эмоций. Я не уверена, есть ли у меня чувство того, что я владею картиной. Здесь речь не столько о владении, сколько о возможности участия в таком деле. Не уверена, что я бы согласилась повесить ее дома. Ощущения на самом деле странные. Пикассо не каждый день покупают. И еще более странно видеть картину в реальности перед собой, так как впервые у меня появилась возможность увидеть настоящего Пикассо. И да, этот факт также добавляет гордости. Подобная сделка не первая в истории Швейцарии. 50 лет назад жители города Базель на референдуме согласились платить больше налогов, чтобы приобрести для города полотно Пабло Пикассо. Узнав об этом, маэстро так растрогался, что подарил городу две своих картины. Вадим Крамер, UATV.